И всем привет-привет! Сегодня с вами Даша, и сегодня поиграем в мобильную игру «Коты-герои». Давайте заходить. О боже мой! Что творится с городом? Льет дождь. Затопило город. Нашлись воровки. О, нет. О, нет, боже мой. Нужно просто спасать город. Конечно же, мы от преступников спасем город. Помогите, полицейский, помогите! У меня украли алмаз из магазина! Бежим быстрее, быстрее! Хопа! О, нет! Тут нужно не касаться! Ничего! Догоняем мы! Опа! Давай, догоняем, догоняем! И есть! Все, ты попал в тюрьму! Все, держите, мадам, ваша бриллиант. Возвращайте в магазин. Ой, спасибо большое. Да не за что. Мы всегда поможем. О, опять. И причем та же девочка. Может быть, у них два? Но все равно мы не будем переживать. Мы будем спасать город от негодяев. О, вы видели? О, это уже посложнее уровень. Но... забрали мы его алмаз. Также ему. И причем его. Интересно, как он выбрался за одну секунду? Не знаю, видимо, отвлеклась сильно. Но ничего. Спасибо большое. Да не за что. Попал в беду. Сразу звони. О, пожар! О, нет! Нужно тушить его скорее! Потушили! Мы молодцы! Уже потушили! О, еще какое-то преступление случилось! Кто-то украл! Легендарную вещь! Ага, нашла две лапы. Ага. Может быть, этот? Нет. Тоже нет. Кстати, почему? Не этот, он же тоже крал. Но это значит этот. Легендарную вещь украл. Это корона легендарная. Все, мы ее вернули на место. Мы какие молодцы. Мы закончили преступление. Все сделали. Почти что. И, конечно же, мы заходим вот сюда. И возьмем медальку, потому что мы в прошлых частей мы не взяли медальку. А теперь... О, боже мой, боже мой. Сколько тут нужно пожара потушить. Или спасти даже. Енотик, зайка, белочка, я вас спасу и потушу пожар. Все, бегите скорей. О, нет, нужно потушить и спасти. Тушим быстрее, потому что... Если через 10 секунд мы не потушим весь пожар, то дом этот... Не знаю, что с ним случится, но что-то с ним случится. Успели потушить весь дом. Весь этаж, то есть. Все, крольчонка спасли. Нужно еще спасти кошечку. Бежим. Нужно всех спасти. А-а-а.
теперь тоже тут тоже нужно потушить. Все, вылезай, котенок. Или это белочка? Это котик. Это котик. Опа-на! Вода прямо льется! Быстрее, быстрее ее чинить. Ну как? Чтобы вода не лилась просто так. Опа-на! Все, вода не льется. Теперь это все обратно. Все, теперь нету тут ничего. Осталось потушить три пожара. Бежим, бежим спасать. Бежим. Бежим. Опять кошечку? Мы что, ее не спасли? Странно. Ничего. Вылезай, котеночек. Все, вот теперь мы точно. Да, нам осталось потушить всего два пожара. Бежим спасать всех, чтобы никто все-таки в этом доме не сгорел. Бежим, 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 быстро, быстро, быстро. Нам нужно быстрее, 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 быстрее потушить пожар. 2-1, мы потушили весь пожар. О, слава богу. Все, и тут зайка. Смотрите, сколько уже людей собралось. Много. Осталось один пожар, но мы чуть-чуть попозже закончим. Боже мой, но мы идем сюда ж все чинить. Тут нам осталось... Тут преступление даже было, которое мы выполнили. Потом чинить, чинить, чинить. И еще 3 нужно все починить. О, нет! Тут нужно, конечно же, починить дорогу. Как будут ездить? Скоро приедут. Потому что все боятся и хотят из этого города уехать ненадолго. Потому что всех попросили уехать из города ненадолго. И поэтому нужно быстрее, быстрее, быстрее заканчивать, потому что сейчас будут очень много машин, будет пробки. Интересно, какая будет первая? Быстрее, быстрее. Все, мы молодцы. И мы получаем целых 60 монеток. Осталось нам 2 раза что-то там починить. О, это что такое? Я первый раз это вижу. Нужно тут все починить, все эти провода. Ага, включили, включили, включили. И это тоже не забудем включить. Включили. Все. А, свет разгорелся в домах. А, еще. Нужно быстрее воду чинить. Что, что, что? Вот это вот поможет. Быстрее. Закручиваем, чтобы... Чтобы у нас же не сильно вода растеклась, потому что мы... Вот прям вот только что вот этим... Оно только что вылилось, и мы только что же починили. Интересно, что там нужно починить? Бежим, бежим, бежим. Тут какие-то лампочки. Все. Все. Вставляем другие лампочки. Все, включаем. 1, 2, 3, 4. И 5. Все. Спасибо. Супергерой. Пожалуйста. Опять льется, вы издеваетесь. Он каждый раз будет так. А теперь нужно помочь все-таки. О, пожар! И это рук дело вот такой вот девочки, чтобы это железо, но он может просто вот по всем деревьям и все, и весь лес уже потух. Все, мы спасли котенка. И мы перешли на 5 уровень. Это очень, мне кажется, большой такой уровень. Его, мне кажется, очень сложно достичь. Теперь нужно помочь маленькой, маленькой девочке, которая, видите, какая ранка. Мы ее чем-то вот делаем. Кстати, как? Скажите мне, пожалуйста, что это такое? Ой, все... А, у нее травма.
Миленький и маленький котенок сделал себе травму как-то. Ну ладно, теперь мы будем всех лечить. У тебя голова кружится, давай. Я тебя быстро забинтую. У тебя лапка болит, да? Не переживай, у тебя такие миленькие глазки. У тебя пальчик болит? О, нет, нет, боже мой. Давай тебе мы закрутим его. Все. И второй раз. О, сколько людей. Ой-ой-ой-ой. Я буду всем давать, у кого... Ну, кто вот прям вот сейчас вот не может поехать, поэтому все подходят сюда. Что тебе нужно, зайка? Мне нужен вот лед. Мне нужен бинт. А мне нужен пластырь. А мне нужен лед. Хорошо. Мне нужен бинт. Ну, держи. Мне нужна мазь. Помазать свою ранку. Хорошо, бери. Извините, что я к вам еще раз подхожу, но мне нужен лед для своего братика. Ну, а я хочу сказать всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.